раньше. Здорово. Давай это видео. Хорошо. Ой, а здесь такая вкуснятина. Так. Так. Угу. Угу. Красота и вкуснота. Итак, наша вкусная встреча начинается. И сегодня мы отведаем замечательную местную продукцию. Йогурты компании Йогурт Шоп Краснодар. А также торты и пирожные, изготовленные тоже в Краснодаре, от Анастасии. Клевер торты. И хочу вам представить наших прекрасных девушек. Наталья, покажите, какая красота. Это же просто принцесса. Это королевишня нашего южного города. Вот вместе мы счастливы. Начинаем! Начинаем! Да, мы начинаем! А теперь мы начинаем баловаться всей этой вкуснятиной. Так, ага. Опачки. Ну кто, совсем уже полетели? А так, давайте... Девочки, так и сядем. Как, девочка, как удобно. Я жила в Сибири и работала. Но моя жизнь настолько увлекательна, да, не буду даваться подробностей. Заносит меня в разные уголки. По своему первому образованию, базовому, у меня высшее медицинское образование, я провизор. Никакую лекцию мне готовить не нужно, презентации субботащить тоже не нужно. Вот, поэтому буду рада от вас вопросам, чтобы можно было в таком формате диалога, вам будет интересно. Больше 10 лет занималась флористикой. До недавнего времени были несколько салонов цветочных, ну вот все, вся ситуация в мире изменилась, и мы тоже переключились на новую деятельность, собственно говоря. Правильно, нам победили. Не знаю, насколько это сейчас здесь актуально, но в принципе я преподаватель, также лет красоты женской. Вообще первое у меня образование, я художник, преподаватель изовое черчение. Вот, когда-то, да, занималась всем этим, а уже столько лет занимаюсь волосами, лицом, стилем и красотой. Я работаю в банке, люблю осваивать какие-то новые хобби, пробовать что-то новое. Одно из последних моих хобби – я сейчас учусь красиво петь. С юности была такой романтичной, читающей, витающей в облаках. Такой же осталось. Раньше было немножко появляться заказы. Друзья стали заказывать, знакомые, и начали закупаться магазины. Далее она открывает в Сочи цех по производству кисломолочной продукции. Абсолютно вся продукция натуральная, 100%. Греческие, гранолы мы печем сами, вишневые топпинги различные. Есть безлактозная продукция, у кого непереносимость. Есть растительная линейка, да. Соя, миндаль, кокос. Кокосовую сметану также принесла вам для пробы попробовать. Есть детская линейка бифивиты. Про био-йогурты. То есть продукция подходит абсолютно всем, кто заботится о себе, о своем здоровье, о своей. Красота. Цвет натуральный за счет вот самого цветка голубой мальчик. Цвет лаванды. Да. Да? Освежающий напиток. Интересно, так хрустит конопля. Да, ядрышки. Ядрышки, очень вкусно. Очень нежный вкус, приятный и, самое главное, полезный. Без сахара. Угу. Необычный вкус. Необычный цвет, вкус, да. Угу. Очень вкусно. Сладкий. Ароматный. Для сладкоежек. Да. А что-то между мацой и сметаной что-то. Очень вкусно. Жирненько и вкусно. И питательно. По мне жирненько. Не, по мне жирненько. Я люблю жирно. И главное, что полезно. Жирный продукт. Творожок со сметанкой. Как в детстве. И самое главное, безлактозный продукт. Очень вкусно, рекомендую. Лакомлюсь и дегустирую творожок со сметанкой. Девочки, ну реально вкусно. Очень нежно, питательно и полезно. Так, я пробую гранолу с миндальным йогуртом. Очень вкусно, сладенько, хоть и без сахара. И очень полезно. Легкая, полноценная еда. Вот что я могу сказать по этому поводу.
Не могу оторваться от манго, персика, йогурта и гранолы. Можно и в интернете покопаться, на самом деле. А что касаемо организма и внутриклеточного нашего состояния. И на основании, скажем, данного анализа я уже провожу диагностику, там строю диаграммы. То есть, поэтому, если мы говорим про правильный, грамотный протокол восстановления, то для этого нужно подготовиться вам, да, сдать там какие-то списки анализов, мне все это дело сопоставить, и потом только я уже как бы назначаю встречу. Очень вкусный, не слишком сладкий, вот по сладости как должно быть. Мне очень нравится свеженький, кислинка от творожного крема, превосходный. Очень вкусный бисквит. Прям бисквит шикарный, такой воздушный и очень приятный. Я половину съела просто за один раз. Вообще шикарный торт. Но Настя, как всегда, ее торты на высоте, да, они тают во рту. Очень вкусный торт, он не сильно приторный. Вообще для сладкоежек, как я, просто напрятка вообще очень вкусно. И корзиночка белковая, топ. Вообще благодарю, очень вкусно. Да. Школа красоты. О, в общем, по мероприятию хочу сказать огромное спасибо организаторам, которые пригласили на такой чудесный женский форум. Очень приятная атмосфера. Считаю, что каждая девушка дала этому мероприятию свой шарм. Спасибо всем огромное за классные вопросы. Надеюсь, что была тоже полезна данному сообществу. И большое спасибо за такие ценнейшие контакты, которые мы здесь приобрели на данном мероприятии. Спасибо. Возьмите что-нибудь еще. Как вам продукция? Очень вкусная продукция. Я вообще очень люблю безлактозные продукты, кокосовое молоко, миндальное молоко. И найти качественное бывает очень сложно. И я думаю, что с Yogurt Shop мы будем сотрудничать в дальнейшем, потому что качество и вкус просто на высшем уровне. Спасибо большое.